чихи заболел зайчонок. Вялый и капризный стал ребенок. Раньше он играл, веселился, прыгал на скакалке и резвился. А теперь паник, лежит в кроватке и играет вместе с мамой в прятки. У него головка заболела, горлышко сегодня покраснело. Кашляет с утра и пьет микстуру. Мерил раза три температуру. Мама подойдет, погладит ушки, принесет ему в постель игрушки, приголубит, поцелует глазки, доброе расскажет на ночь сказки. Он уснет под голос мамин нежный и приснится ему город снежный. Вдруг сугробы начинают таять и деревья быстро расцветать. Позеленеет травка луговая. Там зайчата с мячиком играют. Видав его, зовут с собой поиграть и порезвиться в волю. Побежал он быстро и споткнулся. Он упал и в тот же миг проснулся. Рядом мама нежно улыбалась. От болезни следа не осталось. Обнял маму ласковый зайчонок. В доме больше не болел ребенок. И, вскочив тогда с кроватки зайка, крикнул маме резво: «Догоняй-ка!»